От души. От души. Зря Спок сказал. Почему? Он может за аккаунт забанить или что-то такое. Не, Афер не забанил. Ну ладно. Не, ну типа за, знаешь, за фейк аккаунт, типа. Не. Ну ладно. ТП-1, ребят. Ну чё, на кого Спак? Да хуй его знает, не знаю. ТП один, ребята, на Кольте, на Кольте. Шанс есть у всех. Но если Эйл сможет играть, так он может играть, тогда он... Один на арбалет пошел, дамажный. Просто убить. Двое Кольт. Трое Кольт. Я пел. Блин, вообще что-то тяжело, Эйл. С таким пингом играть, конечно. Да, я о том придумывает что-нибудь, тяжело. На самом деле... Почему? Ну потому что, блядь... Потому что он только что сказал, что он дохуя чего знает, блядь, нихуя не скажет. Поэтому... Один дрочит в ТП, ребят. Эйвел, он... Ну как бы все время, когда они играли нормально, он с таким пингом играл. Там, ну как бы не с таким, не с 100, но там 90 в основном на пингу. Потому что он из Казахстана уже в основном играл. Это из Питера он с меньшим пингом играл. Если Афер разозлится, он может разъебать. Второй аккаунт иметь можно. Его нельзя иметь в случае, если тебя забанили на основном, а ты снова опять зашел. Я варп горю. Так, ты тут 20 аккаунтов можешь, никого не убил. А, по-моему, аккаунт не забанили. Ну, второй, ну, там... Его банили, блядь, я тебя забрал на центре! Потому что основной был в этот момент забанил. И я-то считал, что... Ну, там да, вроде как ранг сняли или что-то такое, через квалификацию. Ну, короче, смотри, какое же... правило. Обход бана, это как бы бан. На арбалет пошел Эвил, очень дамажный. Ну так потому а сейчас Эвил... все в порядке, просто вроде бы не играл со второго, вроде бы. И он однажды типа зашел, и там дисквалифицированный ранг был. Центр. Ну это может да? Что-нибудь какую-нибудь хуйню пиздец. Что он съест там, блядь, мать ху мама. Поэтому не встал. А апатеткой. Ну все, Афер, если зашел, то это пиздец. Арбалет дамажный, на этот прыгни по-любому.
единственный человек, с кем общается Тиран, блядь, точнее не общается, но как бы и пиздит, и пишет в чат, это Хома. Ну и ладно. Не, просто. Забавно. Хома у него мейт. Там Мишка сидит, не знаю. Давай. Они играли раньше в паре. С этим голосовухой причем. То есть все равно он фу нормально дает. А Афер, видишь? Нет. Зачем? Ну, да не, не зачем, просто не выпустил. Ну потому что есть. Какой-то процент. ТП-1. Когда инфа все равно нужна. Понимаешь, и как бы класть на эту хуй бессмысленно. Ну ладно. Ну ты играешь, грубо говоря, серьезную кавку. И вот за счет того, что ты кладешь хуй на какую-то ключевую инфу, которая может быть за игру случится там раз 5. Это как раз таки повлияет на твой проигрыш. То есть это неразумно. А Хуман раньше вообще нормальный играл. То есть он был в скилловом клане и такой он был. То есть он был как сейчас Тиран. Даже может получше. Так что играет он умеет. Один арколь стоит, блядь. Побежал на качалку. Ну он положил на игру и правильно сделал. Ну не, он не положил, он просто переквалифицировался в админ и разработчик. Что он сделал? Он съехал с самой игры в плане вот играть и увлекся с серваком там такой. Шоу, кстати, вот Шхумам у них раньше был. Да. Ты знал это? На кольце. Нет. Это ник Хумал. Ну то есть Хумала раньше не было. Был чел, у него был ник Шога. А потом Хумал стал Хумалом. Понятно. А Фред еще не зашел. Я еще не вижу его. Центр дамаженный! Он типа зашел, но вышел. Я Фред не вижу почему. Не-не-не, его нету здесь. Он есть уже. Ты че? Yes. А, подсевка один. А че нету? Это у тебя что-то спак. Ну, короче, блядь. Как я тебе говорю, Эйвел опять лукавит. Точнее, не опять, а как всегда. Я пока. Но тем не менее, игра с высоким пингом очень тяжело. Ну, тяжело, так не Эйвел. А почему все опять не на Москве-то сидят? Кайф. А там пинг поднялся, поэтому сюда... Там, кстати, пинг сейчас низкий опять. Да. Че, опять его дадусь или что? Да. РПГ, выйди, забери, РПГ. Это не дадусь или сервак, это атакуют фаервол сервака. Почему такая проблема, блин, именно в Москве? Да, вот тоже интересно. А она не в Москве была, все серваки пинг поднялся. Просто он быстро исчез. Но почему все на Москве-то никто не играет тогда? Потому что чел его купил, грубо говоря, для нас, ну, для нас бесплатно, да? А мы на него хоть забили. Он так его отключит просто.
Не, он ничего не купил. Этот сервер будет как замена. То есть, если мы сейчас поиграем, скажем, то, что сервак нормальный, он убьет Швецию. Так надо перекатываться на него тогда. Но мы на него перекатились просто сейчас из-за пинга сюда пришли. Ну, да, Сентри что ли играет? Да. СНТ. Да. Что тоже залез. Не узнаешь братьев своих. Да блин, okay. Это тупая настройка приватности в Steam, сейчас все ставят ее, непонятно, блядь, кто играет, кто не играет. Сэр, уже видно, что сэр. Да по нику можно понять. Кстати, у меня его друзья, yeah. Походу, нету. Ну и похуй. Это вторая карта у них? Да. Первая или вторая? Вторая. А, вторая. Первая Lost Village. Эй, вы проиграли. Я вот пока. Да, я забыл что-то. Чё за левый шкатынок пришёл? Банец. РПГ один. Я не знал, как пишется. Да все он исправил, что-то прислал к пацану. Так, а он все равно неправильно написал. Пиздец, еблан. Ну, бывает. Такой же, кстати, разрыв 20 фрагов. Чем это будет? Я. Ладно, пойду к ним в мамбл наломлюсь. Давай. Yeah.
что случилось? Я отходил. Да не, ничего, ничего. Уже поздно. Потому что лучше Вуди будет в пикапе, а Тиран нормально играет. Чем сейчас играют Вуди с Барбозой, а Тиран, блядь, на шиле. Кто с Ника? Красный с Ника, а синий нет. Я в этом, в самом счастье. Двух братьев одним выстрелом. А на био, когда свою игру находишь, продолжать легко. Лол. Они сейчас, по сути же, просто держат то, что держат, собственно. По одному. Ну, не совсем. С такими челами, знаешь, тут скорость решает, реакция. Ну и так. Красный просто все втроем бил нормально. Team wins the match.